Привет, друзья. У меня сел голос. С вами Жека, забыл представиться. Для тех, кто впервые попал на мой канал, на этот видосик, сейчас его смотрит и не может понять, что за такой небритый, лысый, слысенный тип рассказывает. Ну, давайте с того, что я заболел, у меня больничный, я нахожусь в общежитии, проще говоря, общага, работаю вахтой в данный момент. И у меня, скорее всего, ангина, потому что глотать мне больно. Всю ночь я пропотел так хорошенько. Меня то в жар, то в холод бросало. Спал под одеялом. Вот это, кстати, друзья, мое место. Вот это вот было верхнее. Видите, двухъярусные кровати. Вот, а вот это сейчас, где я в данный момент нахожусь. Переехал, наконец-то, на первый ярус. Один из работников съехал, даже два. И вот одно место самое блатное у окна я занял лично, друзья, для себя. Вот. Заодно поснимаю сегодня анекдоты для вас. Пусть у меня и больное горло, но я думаю, это не помешает поснимать анекдоты прикольные от Жеки. Анекдоты, друзья, от Жеки. Поэтому ставим вот такой вот жирный лайк, не забываем комментировать видосики, которые будут. И, конечно, друзья, подписываться на канал. Я буду очень признателен за вашу щедрость. Если вы подпишетесь, нажмете лайк, вот такой вот жирный, еще раз повторюсь, и поддержите меня хоть как-то, потому что просмотров вообще немного, их мизер. Ну и подписчиков также тоже не прибавляется. Поэтому, чтобы я знал, что все это я делаю не зря, для вас, мои дорогие, любимые, будущие или настоящие подписчики, давайте я вам маленький экскурс проведу по своей комнате. Если меня запалят, что я снимаю, это будет, конечно, не очень прикольно, может, и выселят. Поэтому давайте втихаря я поснимаю вам комнату, покажу вообще, что такое работа вахты, как живут вахтовики. Пока все на работе, я один остался и могу поснимать для вас. Кстати, я жалею, что я сказал на вахте, что я блогер. Многие люди просто ненавидят, оказывается, блогеров. Я уже не впервые с этим, друзья, сталкиваюсь. Очень негативная реакция со стороны людей. Настоящую травлю устраивают. Бойкот. Кто не знает, что такое бойкот, это молчание. Или шушукаются, сплетничают между собой. Вот. Всячески выставляют меня дураком, называют животным. Вроде бы я на животное, друзья, не похож, хоть я и не бритый. Ну вот, ну вроде бы я все-таки человек, а не животное. Ну и с коллектива всячески вытравливают. Я уже 20 дней отработал, мне осталось 10 дней. Ну и потом, пока буду ждать расчета, тоже, наверное, неделю отработаю. Если меня не выгонят раньше, вот, то я успешно доработаю вахту и уже на воле буду для вас снимать другие видеоролики. А пока давайте я вам покажу, в какой комнате, друзья, я живу. Друзья, вот такая вот, друзья, комната, пустой шкаф, все уже съехали, кто-то на работе. Такая вот комната, видите, тут чьи-то незаправленные кровати, и моя, друзья, в том числе, вот такая моя кровать, мне херово очень, друзья, думаю, видно, это вот моя кровать, такая вот. Я на ней теперь буду спать. Сегодня первую ночь, надеюсь, завтра пойду на работу, выздоровлю все-таки и пойду работать. Наконец-то. Если мне лучше не станет, то буду, наверное, в общежитии болеть дальше. Я уже три раза, друзья, здесь 20 дней нахожусь, уже три раза переболел. Очень много людей, народу, новенькие приезжают, больные, и заражают реально других. Поэтому у меня никогда в жизни такого не было, чтобы я за 20 дней три раза переболел, очень тяжело. Давайте я вам покажу дальше, что здесь и как. Это вот мое прошлое место, друзья. Вот здесь я находился и спал. Тут окно, может, меня и у окна продуло, хрен его знает. Тут лекарство, которое я принимаю, вернее, мне дали пацаны. Лечиться, вот, парацетамол, таблетки такие, они вредные для организма, но куда деваться, надо лечиться. Так,
Ну так, в принципе, думаю, вам видно. В комнате грязь. Мне дали задание убраться в комнате, пока все на работе. Сегодня я буду намывать полы и убираться. Чтобы ко мне потом не было претензий, друзья, то, что я сидел, ничего не делал. Хотя я ужасно болею. У меня ужасно болит горло. Температура вчера была 38,5. Сегодня я померяю, не знаю сколько. И, наверное, по моему голосу, осипшему вы слышите, что у меня все-таки болит горло. Я не притворяюсь, не специально взял выходной, чтобы... Ну, меня поняли, короче. Вот. Я не прогульщик, друзья. Хотя в школе я прогуливал иногда уроки. Притворялся, что я болею, но сейчас мне очень плохо. Друзья, еще вот такая вот подушка. Мне ее сначала хотели впарить. Вот она, видите, аж вата торчит. Или поролон, что это такое. Что-то такое похожее. А такая вот вся она. Как рваный плюшевый мишка. Такая подушка. Я от нее отказался. И взял себе стерил у одного человека, который уехал с вахты. Закончил вахту и уехал вот такую вот нормальную подушенцию, друзья. Ну и мои носки никак не могу уже. Видите, у меня уже пятка лысая. Рваный один носок, второй более-менее. Никак не могу, короче, друзья, здесь носки себе купить. Здесь пятерочка напротив общежития. И люди... Люди прям расхватывают носки. И надо, я не знаю, заказывать, что ли. Пока завоз бывает, говорить там, оставьте мне пару носков. Уже хоть так, я не знаю. Потому что мои носки себя уже изжили. Вот, вернее, один носок, вторая пара также, одна нога почему-то. Вот, и купить здесь тоже их нереально. На мной прикалываются, смеются коллеги по работе, говорят, вот, типа, блин, носки себе хотя бы поменяю. Где, друзья, я их возьму, если здесь их нигде в продаже нет. Поэтому, думаю, вы посоветуете мне в комментариях, что мне делать в этой ситуации, друзья. Такой еще у меня пакет с продуктами. Бывает, приносят просрочку. Видите, какой у меня кулек громадный. Тут что только нету. Сейчас я развяжу. Вот, друзья, такой вот у меня мешок, как у Деда Мороза. У него с подарками, у меня с продуктами. Хлеб тут с просрочку, с пятерочки приносит. Сосиски, мясо. Если ты успел до 12 вечера что-то себе урвать, то ты счастливый человек, ты не тратишь аванс на еду. А если не успел, ну, значит, никакой день. Бананы, они уже у меня, наверное, начинают портиться. Что-то я сам покупаю, что-то я на кухне беру. Да, друзья, видите, что с бананами случилось? Они уже начинают подгнивать, там, ложки, по-моему, поэтому придется их выкинуть. А так, в принципе... Жить можно. Кстати, чай с лимоном. Такой, друзья, чай с лимоном. Поэтому я буду очень признателен за ваши лайки, повторюсь, такие жирные комментарии и подписочку на мой канал. Для меня тоже очень важно. Давайте, до встречи, друзья.